Друзья, всем привет! Мы продолжаем играть с модом Докс на карте Кристальные острова. В этой серии у меня много дел. Во-первых, я хочу проверить вот такую штуку. Положите это в инвентарь вашего дрона. МК-3 версия 1. И он станет версией 2. Окей. Вот она, версия 1. Кладем. Версия 2. И что поменялось? Я думал, что-то будет прям волшебное сейчас происходить. Не вижу разницы пока что. Окей. Кстати, Кайруку Пигми. Я не знаю, попала в прошлую серию или нет. С одного из компи мне выпала призывалка, артефакт Кайруку. Я нажал, ничего не произошло. Ну и как бы дальше пошел. Потом увидел вот здесь на лестнице, прям вот здесь в уголке, стоял вот этот Кайруку. Но у нас уже есть, поэтому это второй уже. Пусть будет. У меня уже печек всяких разных. Очень много. Угу. Обрабатывайте ресурсы здесь. Да, вот она печка, которая плавит металла из мода. Тогда я сюда прямо сейчас перетащу все. Титаниум. Вот куда мне понадобится много элементов. Видите, у меня всего лишь 59 из 375. Вот на такие мини-ядерные бомбы. Кстати, по поводу бомб. В комментариях написали, что нужно положить вот в моего тушканчика Apex Prime Gerbo. В него надо положить рецепт и голову Прайма. Ну, допустим, рецепт я положу вот такой. Я не знаю, какой нужен рецепт. Может быть, какой-то конкретный рецепт. И голову Альфа Террор Бёрд. Кстати, откуда у меня такая? Это не Прайм. АП. Прайм Раптор Хэд. Вот, у меня одна голова есть. Я столько убил Праймов. Компи немерено. И у меня только одна голова. Держи. Ремесло. Опа. Я получил супер легендарное оружие. 745% урона. Насколько я понял, с каким-то шансом я могу получить ракетомет. Я не знаю, что там будет для вот этих маленьких бомб. А у меня больше голов-то и нет. Значит, нужно пофармить рапторов. Хотя бы парочку-тройку. Надеюсь, голова падает из каждого. Не хотелось бы убить 10, чтобы получить одну. А это, простите, что? Апекс Мантикора. Судя по всему, в гнезде. Ну ладно. Я ее еле-еле заметил, на самом деле. Она похожа очень на кристаллы. 62 тысячи. Ну, в принципе, нормас. Пойдет. 31 тысяча осталось. Постоянно хилится. Убивать его тяжело. Уже 37. Давайте, где вы? Ой, мантикора. Сагрилась на меня. Или она вообще сваливает? Слушайте, может быть, яйцо забрать? Ну, давай уже, призывайся. Кружим. Почти попало. А, все. Блин, раптор здесь. Давайте. Он, наверное, фулл хп, да, уже? Не вижу. Раптор вроде не идет. Не знаю, может быть, попробовать его ударить. Но мне кажется, это фигня получится полная. Просто моментальная аннигиляция происходит. И все. Здоровье у меня постоянно где-то на 60 тысячах. Каким образом я сбиваю его до 60, я не знаю. Но вот ниже никак не получается. Вот уже опять 67.
54, все. И вот где-то здесь постоянно я нахожусь. В этих рамках. Ладно. Значит, тестим вариант 2. Мантикору. На вылупление. Значит, что я тут подумал? Надо пробовать все варианты. И один из них это застроить эту топижару. Ну, застроить каким образом? Я хочу повесить на нее биотурели. Штучек 6 хотя бы для начала. Я не знаю, когда вырастут биотурели. Скорее всего, придется подождать. Но сегодня, как минимум, несколько вариантов мы попробуем. Ну, как ни странно, ее застраивать вроде можно. Окей, главное, чтобы она потом могла лететь куда-либо. Проверяем. И она летит. Отлично. Я ей постоянно качаю ХП. Конструкция выглядит вот так. Не получается вот эти две рамы сдвинуть одну влево, одну вправо. Потому что пишет слишком далеко от платформы. Поэтому я сбоку добавил. Я вообще планировал только сзади сделать, но в итоге сбоку тоже вот такую конструкцию сделал. Точно такую же, как и сзади. Это сложнее, чем я думал. Да, блин. Довольно долго уже мучаюсь. Мантикора давно выросла, но надо доделать. Во. Так, грядки. Грядки не идеально ровные. Ну, как бы, простите. Не шмогла. Я пытался, она постоянно шевелится. Ну и дождь нам нужен. Без дождя ничего не выйдет. Так, раз, два, три, четыре, пять закинул. А, хотя она орошается. Каким-то чудом. Не знаю, может быть, эти грядки с автоматическим каким-то орошением по умолчанию. Ну и кроватки, естественно. Хотя бы парочку. Не знаю, зачем. Скорее всего, никогда не пригодятся, но... Пусть будут. Я, кстати, здесь не смогу поставить перилку. Потому что там нет фундамента. Ну и фиг с ней. Все, готово. Времени потратил много. Но мне кажется, это прикольно. Надо будет вот как-то ниже босса, что ли, находиться. На... А, вот так вот можно остановиться, да? И они будут под углом. Класс. Очень любопытно, что из этого выйдет. А пока что на парковку. На мантикору у меня точно есть седло. Это на кого? Апекс Дракон. Апекс Виверна. Мантикора Тир 2. Тир 2. Интересно, могу я прокачать это седло? Где у меня? Фейл. Все, больше нельзя. 57. Ну, возможно, это уже очень неплохая броня для нее. Держи. Два уровня, 29 тысяч хп. Немного. Ах, ну да, естественно. Мы же без конфеты не летаем. Держи. Хорошо. У меня своя мантикора. Правда, уже ночь наступила, но я могу сделать день. Ненадолго, по крайней мере. Так, а есть кого клюнуть? Значит, удар. 664. Не густо. На C, на X, Alt, Ctrl. Не понял. Она не пуляется. U, O. Enhanced saddle to use X attack. У меня седло Tier 2, то есть не Enhanced. Как только X нажимаю, ничего не происходит. Соответственно, мантикора пока не готова, да? У дракона тоже такая фигня?
Нет, на кнопку X ничего не происходит, соответственно, все атаки доступны. Сейчас попробую Раптору глаз на жопу натянуть. Единственное, чего я боюсь, что он на меня сагрится. Опа. Будет стрелять. Кто-то сейчас полетело, по-моему, в мою сторону. Ой, зачем я мучился все это время с аргентом? Хорош. Головушка прилетела в инвентарь. 52 брони на Апекс Дракон. Ну, у нас 247. Чибитрадон. Кстати, прикольно. Ботинки. Боеприпас элемент. А вот это любопытно. Ну и лишку всю на выброс. Интересно, а с Прайм Диморфодоном я смогу справиться? А где он? По дну, что ли, ходит? Да, как будто бы по дну. А, нет, плавает вот. Сейчас ему идет конец. Жесть. Просто выношу Прайм Рапторов. Капец, все. Еще минус один. Легендарное седло тир 2 на Апекс Дракончика. Дробовичок очередной. Две головы, это уже неплохо. Блин, может быть, подраться с Прайм Диморфодоном? Ну что, дружочек-пирожочек? Надеюсь, ты меня не убьешь. Так. Не загрелся. Мне вообще желательно быть выше него. Давай. Ой, больно. Давай, 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 дракоша. 48 тысяч. Хилимся. Давай. Давай. Есть. О, жестко, жестко, жестко. Лечись, лечись, лечись. Уф. Я не знаю, сколько там было. 1002, наверное, хп оставалось. Как это было жестко. Я бы не сказал, что я золотился. Голова, да. Это хорошо. Дрон саммонинг артефакт. Ууу, ребята. А что, есть еще и медведи такие? Да. Давайте. Рискнем здоровьем. Наверное, на такой бой все-таки надо было Кайруку с собой взять. Я вот сейчас понимаю, что его отхил не помешал бы. Даже не увижу его. Вот он. Пофиг, стреляем. Посмотрим как-нибудь в другой раз. Ой, ой-ой-ой. А что это с ним? А, это охранник, что ли? Тут еще и Диморфодон. Есть. Не знаю, что делать с охранником. Наверное, пропадет сейчас сам. Такое ощущение, что на него не действует огонь. А, действует, только не так хорошо. Давай, помирай уже. Все. Голова. Ну, в общем-то, неплохо. Мяса очень мало падает. Апекс Джербо, лови. Вот такой рецепт. И голову. Одну. Ой, блин. Легендарная опять винтовка. 229%, здесь
192, ну, в принципе, окей. Вот такой рецепт и голову. Или рецепт обязательно на оружие должен быть, да? Ладно. Вроде были. Ну, вот такое могу закинуть. И вот такой. Давай сначала вот такой. Не понял. А что сейчас было? Он светился красным, и ничего не произошло. Честно, не понял, что это было. Ну ладно, идем дальше. Опа, ТЭК Рельсотрон. Ну блин. Осталась одна голова. Давайте вот так. Рецепт, голова. Ну, пожалуйста, дай мне вот эту вот штуку, которая пуляет ядерными бомбами. Нет, дробовик на 700 урона. А почему вот одна голова просто исчезла? Это был типа фейл, да, неудача? Или что? А я могу из этого оружия стрелять? Оно же у меня не изучено, получается. Так, элемент. Могу. Класс. Ну, тогда я бы посмотрел, сколько у него урона. Не растут растения. Не хотят, потому что парникового эффекта нет. Ну и где хоть кто-нибудь? Вот. В смысле не достает? Тысяча? Неплохо. Но дальность оставляет желать лучшего. То есть я вот стреляю. Фигня полная. Но урон, конечно, космос. Класс. Куда тебе? Он вообще жесткий, этот автомат. Мне бы еще фулл сет вот этой брони. Буду вообще красавчик. То ли я стреляю криво. Ну хотя вот с такого расстояния норм. Попадаю. Apex Indominus пока что мелкие. Я за этим слежу. Вот 855 самый большой. Мне кажется, что нет смысла меньше тысячного приручать. Сами видели, что это очень мало. Не знаю, кто такие вот эти демогоргоны. Даже не представляю. Вот 1120 есть. Давайте отправимся и посмотрим. А, вот он, демогоргон. Not tameable. Окей. Мамочки. А что это, он за мной телепортируется, что ли? Какие-то странные выстрелы. Ой. Вообще жесть. Выглядит стрёмно. Ой, он чем-то стреляет. Мало осталось стамины. Ой-ой-ой. Блин, не попал. Обидно. Вот гадина. Смотрите, что делает. А вот это плохо. За мной гонится Prime Wild Griffon. Иди в пень. Вывел его из зоны прогрузки. И что? Все? Даже ничего и не выпало.
Разочарование дня. Мега. Хо-хо-хо-хо. Какая жесть. Сколько вас? Компи мега. А есть? Слушайте. А может быть попробовать убить мега компи? Не знаю, правильно ли я сейчас делаю. Смогу ли я убить мега компи, но попробовать хочется. От слова очень. Такая маленькая. Ну что, тест? Ну погнали. Пока ничего мне не делает. Эконграммы. Лол. Такая халява. Альфа Додорекс Хэт. Альфа Горилла Хэт. Лапа Мега Компи. Два апгрейда готовых. Четыре мяса. Драгонстоун. Перья. И одна бомба. Слушайте, прикольно. Мой первый убитый мега. Здесь где-то лич. А вот он. Вот с ним я боюсь драться. Потому что сверху очень много всего сыпется, но попробую. Но ничего не сыпет он. А, вот. Замахнулся. Где он? Вот. Ну давай. Наконец-то. Ничего не делает, вообще ничего. Непонятно. Компи — это какие-то супер легкие боссы. Зато с них валятся ингредиенты тоннами. Вот это круто. Слушайте, а у нас есть Дедикурус Пигми, оказывается. Наверное, единственный, кого я еще не приручил, да, из Пигми? Вон он. Опачки. Закрывайся. Приветы. Держи конфеты. Есть. Неужели? На базу. 28 осталось. Офигеть. 8 конфет сожрал. Помло. Ну что, ради любопытства посмотрим, сколько появилось там горилл. Мне вот интересно. Ничего же страшного со мной не случится. Ух ты, как я свечусь. Одну точно вижу. Больше не успел. Подобрать. Что мы даем? Прикольно, на плече маленький Дедикурус сидит. Класс. Ну, все то же самое. Пошел отхил. Но мне-то нужен большой. Потому что у меня есть Enhanced седло на него. Топовое с атакой на кнопку X. Я не знаю, есть ли у Дедикуруса атака на кнопку X. Но мы проверим. Есть. Выходи. Альфа Дедикурус. Третью форму он, по-моему, с первого раза всегда. Выпускаем. Вау! Охренеть ты здоровый! Вот это седло! Оно тоже светится.
То есть сразу понятно, что оно непростое. 35% defense boost, 25% что-то там. А вот. На 25% больше стамины, на 100% больше оглушения. То есть этого дедикурса сложнее вырубить. Урон. 2590 сходу. Плавает медленно. Я ожидал, что будет наоборот, быстрее плавать. О! А вот это нормально. Ломает деревья. Так, кнопка X. На 11396. Вы видели, чем он ударил? Офигеть. Я хочу еще это увидеть. 15200. То есть я пару уровней буквально накинул. На 9700. Без какого-то кулдауна. Просто лупит постоянно, безостановочно. Это самый опасный дедикурус из всех, кого я видел. Оу. Апекс спину. Ну, вообще не страшно. Кастуем. На. Давай на базу. Ладно, ребятки, на этой отличной ноте сегодняшнюю серию я закончу. Если понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Встретимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.